Учитель ненецкого языка средней школы поселка Индиго Татьяна Давыдова заняла 3-е место на всероссийском конкурсе. Вместе с Прасковьей Воучейской, учителем родного языка поселка Красное, она приняла участие во всероссийском мастер-классе учителей родных языков. Конкурс состоял из 2 этапов. Первый заочный оба учителя прошли успешно. Нужно было сделать презентацию своего региона и школы, а также записать урок на видеокамеру. Второй очный этап прошел в Москве в Федеральном институте развития образования. В завершающий этап вышли 16 конкурсантов из 21 региона. В течение 3 дней учителя рассказывали о методиках преподавания родного языка с применением современных технологий. О том, как проходил конкурс, нам из Москвы рассказала методист Ненецкого регионального центра развития образования Людмила Талеева. Очный этап состоял из конкурсных заданий. Первая, значит, визитная карточка. Она включала приветствие на 2 языках, на родном и русском. Затем презентация на тему «Мой регион, моя школа, моя профессиональная деятельность». И сюда же входило тоже конкурсное задание «Национальный костюм».